Тупа-тупа-ту. Не ожидали, да, увидеть еще один забег по слендеру. Сейчас у нас с вами будет. На сей раз мы попытаемся найти секретный уровень. Секретный уровень со слендера. What the fuck? Не знаю, что это такое, но я знаю, что... Ну, я видел только то, как добраться до, туда, до этого секретного уровня, как найти это место. И все, а что там такое, что почем? Абсолютно без понятия. Сейчас мы это с вами проверим, посмотрим. Заценим. Да, я посмотрел выбор уровня, там всего 9 глав и одна почему-то закрытая. Очень интересно, почему. Может быть, это она и есть. Сейчас мы это проверим. Ах, беги, женщина, беги. Или кто я? Я так и не понял, кстати, на самом деле, из-за кого я играл. Кто там умер, кто погиб. Я понял, что Кейт нас сожрала. Слендер нас сожрал. Чарли нас сожрал. Все остальные люди без понятия, кто это такие, на самом деле. Вообще без понятия. Кто я, что я и почему я, кто тот сгоревший человек и... Ой-ой-ой, все, короче, очень плохо на самом деле. Так, давайте зайдем, заглянем, что у нас тут в доме стряслось новенького, что происходит. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Куча-куча-куча-куча всякого какая говна. Так, дверь откройся, Сизам. Так, оп. Уже неплохо. Так, а где мне фонарик, кстати, раздобыть? Вот это очень интересный вопрос. Фонарик бы... Опа, фонарик. Музычка. Я знаю, тут еще есть ачивка за то, что можно прослушать всю музыку, но я как-нибудь добьюсь ее в другой раз. Это, конечно, все очень здорово и интересно, но... Но не сейчас. Не сейчас. Сейчас нас интересует секретный левел. Где-то, где-то, где-то он тут должен быть... Где-то он тут должен быть. Окей. Я абсолютно без понятия, кстати, как это работает. Старт гейм. Я без понятия, как это работает. Наверное, как-то это работает. Так, это мне неинтересно. Давайте. Побежали, земля продана, ем, наша машина. И мы бежим такие, все такие вот бежим. Shift run. Shift run. Hold shift run. Да, я бегу. Экран мне сама намекает, типа, эй, парень, беги давай быстрее. Тут нечего задерживаться тут. Тебе нечего тут смотреть. Тебя ждет секретный уровень. Давай быстрее, пошевели булками. Опа. Ух, добежать бы. Хоть так надо несколько раз делать, на самом деле. I don't know what to do. Вроде три раза надо так сделать, и все. И тогда левел сам включится. Должен. По крайней мере. В крайней мере, так было написано на одном сайтике. Ну, если бы я не зашел в выбор глав и не увидел то, что там одной главы не хватает, я бы, наверное, и не стал бы делать это видео. И вообще не стал бы с этим заморачиваться, забил бы. Типа, ну, прошел я игру, уже, в принципе, счастье. А что там за секретные уровни, это уже нас не интересует. Но я так просто не сдамся. Кстати, надо было срезать, через лес пробежать. Ну, блин, я уж по дорожке, так по дорожке бегу. Блин, кстати, бежать не может, или он бежать так не может. Я все-таки буду ассоциировать главного героя женщиной. Ну, по крайней мере, по тени похоже на женщину. Вроде. Или я плохо разбираюсь в женской анатомии. Да. Темнеет! Темнеет, пацаны, темнеет. Не здорово это, не здорово. Блин. Мне же придется еще раз один бежать так. Раз. Сейчас все будет. Вон, записка там уже висит. Главное это взять этого. Фонарика. Фонарика надо взять. Фонарик американо. Все двери расхлопнуты. И ужас какой-то в ночи тут меня подстерегает. Но нас это не остановит. Мы бесстрашные герои. Да? Да, так оно и есть. Мы бесстрашные. Где фонарик? Какие-то фашисты. По радио опять. Без понятия, где фонарик? Мне надо фонарик найти, наверное. Или секретка не включится? Я точно не уверен. А, вот он. Фонарик, на удивление, респаунится в разных углах.
дома? Бляха-муха. Вот это было неожиданно. Да, вот этого я никак не ожидал. Слендер, вот так вот ко мне пришел в гости. Пошел вон отсюда, Ирод. Тебе здесь нечего делать. Слендимен. Слендимен. Так. Что нас интересует? Записка, записка. Вот это вот. Не записка, а... Да, записка. Привет. Так, и давайте третий раз еще раз так же сделаем. То на второй раз мне стало сыкано, когда Слендер подошел ко мне слишком близко. Это пугает немножко даже, я бы сказал. Бежим. Ну, кстати, заметьте то, что тем не менее запись продолжается с того самого момента, как я начал играть. То есть уже 6 минут. То есть это так и задумано или нет? Я что-то не помню. То есть уже 7 минут записалось чего-то там. Secret level. Боже мой, как я хочу уже увидеть этот секретный левел. Давайте попробуем срезать через лес. Может получится, а то бежать по тропинке все равно слишком долго. Хоп, хоп, хоп. Но я уже замечаю, как темнее и темнее становится. Значит, все делаю правильно. Скорее всего, так оно и есть. Да, заметьте, так намного быстрее срезать, нежели идти по прямой. А, кстати, еще пошлите с горки скатимся. Точно, пока есть время, я пойду скачусь с горки. Тоже ачивку получу. Может сразу ачивку получить за то, что радио послушать? Это, конечно, интересно. Стоит ли этого вашего внимания? То есть, ну, я могу, конечно, это все вырезать. I remember playing kids. Ну, блин, это так информативно, конечно, на самом деле. Пошлите с горочки скатимся. А, я там только с горочки не скатался. Так. Шикарно. Так, как? А как? Так. Как скатиться с нее? Уи! Нет, не уи. А как скатиться? Может, под ней надо пройтись? Может, тут спрятаться можно от Сандера? Что делать? Что делать, мужики? Что-то темно и страшно. А, там что-то блестит. Темно и страшно, мужики. Не знаю, там что-то... Была ачивка, связанная с горкой, я так и не понял. Не понял, что это за ачивка. А, ладно, давайте забьем на нее. Кому это надо? Темно слишком и страшно здесь. Горшочек, стеклышко. Замечательно. Романтика. Да и только. Такс. Гараж закрыт. А, нет, открыт. Надо найти фонарик. Определенно. С музыкой поинтереснее будет. Кто-то говорил то, что с музыкой не так страшно. На самом деле с музыкой еще страшнее. И это факт. О. Вот ты где. Еду, тарелку мы тоже можно будет взять. Но нет, к сожалению, нельзя тарелку взять. Ладно, валим отсюда. Нас ждет записка. Нас ждет Слендер. Слендер, ты ушел? Пошел он отсюда, Ирод. Мы тебя не любим, ты нам не нравишься. Ты страшный и высокий. Ну, я тоже страшный и высокий. Кай, да? Мать твою! Ого! Вот это было... Меня почти что инфаркт схватил. Фу. Так. И чё? Чё теперь? Теперь надо ждать. Slender! The Arrival. Версия 2.0. Start Game, Start Selection, Option, Extraction. Вот так... Start... What the fuck? Чё ты... Чё ты...
Что-то вы меня обманываете, ребята, опции. I'm lost. Can you find me? What? А, fuck. What the fuck? Что происходит? Как же меня плющит. Кто из нас Слендер? Я что, за Слендера играю? Знаете? Знаете что? У меня почему-то такое чувство, что я за Слендера играю. Сейчас найду, всех сожру. Ладно, если я играю за Слендера, тогда же лучше. А может, я не Слендер? Ну нифига себе, тут все лагает. Вау. Нет, я точно не за Слендера играю. Или за Слендера. Нет, я точно не за Слендера играю. У меня такие глю... У меня слишком глюканы. У меня офигеть какие глюканы. Охренительные глюканы. Меня просто штырит и прет. Как я заметил. Чё читаешь, кстати, малой? Здравствуйте. Никого нет дома. Ладно, понял, пойду дальше. Может быть, я не хочу наверх. Может быть, я хочу вниз. Романтика, это что такое? Ух, не нравится мне это. И зарядки, кстати, миллион, слишком много. Меня больше интересует, за кого я играю. И что здесь происходит? Такое чувство, что здесь багов слишком много. Как будто разработчики взяли такие, типа... Мы хотели сделать уровень, но он слишком забагованный. А, оставим так, включим в качестве дополнения. Слендер, почему ты не мерцаешь? Почему все мерцает, кроме тебя? Больше ничего не мерцает. Так. Я понял жизнь. Меня привели в мою комнату. Ну, это не моя комната. Но это похоже на что-то на мою комнату. Записка. Ладно, я что-то взял. Тоже неплохо. И все? Что-то мне требуется. Это whatever. Whatever! Какую еще игру? What? Чито? Это шутка такая. Селекция. Выбирай, не хочу, да, называется. Вы серьезно? Старт гейм, старт гейм. Экстрас. I only need you. Кредит? I'm alone. А если я нажму выход? Don't leave me. Не, ну это круто, это гениально, мне это нравится, старт селекшн. Что, серьезно? Выбрать одну из этих стадий? Ладно, I will find you instead. Instead. Лёль. Что, все по новой? Сыросли? Ну ты сажал меня, окей, ладно, что дальше? Блин, это круто, на самом деле, вот это круто, вот это очуметь круто. Слендер одинок. Слендер одинок. Одинок. I'm alone. По-моему, дом еще больше фига. Fuck you. Меня сейчас глаза выпучит. Не думаю, что на улицу стоит выходить. Свет горит, на удивление. Тут светло, то есть есть даже свет. Вы прикиньте, свет. Нах, пошел.
Блять! Ёпти. Он прямо здесь, он уже здесь, он тут, он тут, он тут. Я слышал его, он прямо за мной. Можно присесть. Тут даже присесть нельзя, прикиньте. Прикиньте, тут даже присесть нельзя. Вай. Уйди, пошел вон. Уйди от меня. Тихо. Я взял и ушел. Называется... Нашел. Не трогай меня. Все, поначалу было весело и интересно, но веселью конец. Я ухожу. Я ухожу. Оставь меня. А можно я сниму наушники? Сколько время? Ого! Самое время умереть. Окей, я пока что жив. Я ненавижу оборачиваться. Когда я оборачиваюсь, там, кстати, ничего хорошего меня не ожидает, на самом деле. Это я всегда знаю. Я описался. Я только что описался. Выпустите. Ошибается. Ладно, что-то я сделал не то. Ладно, окей, все, забили на этом, хватит. Все, оставьте меня наедине с моим стрессом. Что вообще нафиг, короче, эту игру я пошел.